Мошенники обманули жительницу Первоуральска почти на 2 миллиона рублей. Женщина приобрела в интернете криптовалюту. Но спустя полгода, когда попыталась перевести виртуальные деньги в реальные, поняла, что это невозможно. Аферисты заблокировали женщине вывод денег с электронной площадки. Затем сообщили жертве, что для снятия блокировки необходимо внести дополнительные средства. Женщина поверила и перевела мошенникам 9 тысяч долларов. Затем ее убедили перевести еще около 700 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас там рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В правоохранительных органах отмечают, что за первые два месяца 2021 года в Первоуральске зарегистрировано 53 случая мошенничества в интернете. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Как поясняют полицейские, доказать факт совершения преступления в глобальной сети очень сложно. Как правило, когда человек заходит на сайт и приобретает криптовалюту, он негласно заключает договор, где написано, что он берет на себя все эти риски. И данная организация не несет ответственности за то, что он не может вывести денежные средства. И, как правило, очень тяжело такие материалы переходят в разряд уголовного дела.